Какая-то странная надпись. Присядь, присядь, заметят. А, все равно заметили, похер. Всем здорово, всем привет, это Кактус и Кроныч. Мы продолжаем играться в игрушку под названием Зясен. Зясен. Смотри-ка, я поломал щит. В прошлой серии мы что сделали? Мы пошли на дискотеку. Нас там хотели убить. Мы, соответственно, убили всех, кто нас хотел убить. И потом прибежал чувак. Мы ему бошку оторвали. Хотел убежать. Мы ему оторвали бошку. И, короче, вот эта бабища сказала, говорит, я выключу все данные и тебе скажу. Но мы решили сделать побочку, доставить... Нет, она уже связалась. Она уже связалась с нами. Она говорит, приходите к нам. Это, я уже достала данные. Вот. И хочет нам еще одно задание дать. Но мы решили сделать побочку, потому что мы как раз бились в этом... как его называют-то? Мир грез. В мир грез, может быть, сейчас нас пустят, и мы там найдем бабу для того, чтобы отдать груз ей. Вот так вот. Ну, в аэропорту чемодан. Желтый. Да, кстати, который, да, чемоданчик стоит. Перестань убивать мирных жителей. Я по нему вообще не дамажу. Что за нахуй? А он убегает. А, в нем, видишь, у него дрон был. Я же тебе сказал, говорит, нажимаешь правую кнопку и убиваешь дроны. Да? Да. Я не видел, я вообще дамажу. За ним дрон летал. А дрончик, прям такой, да, прям вот такой прекрасный. О, красную точку вижу. Видишь красную точку? Вижу. Бежим дальше. Не трогаем красную точку, вот это трогаем. И те две побежали. Да и хер бы с ними, сейчас мы уже успеем. Оп. Да, и это мухи. Умирай. Я на перезарядке. Был. А я, кстати, ачивку получил умереть от кота. Да ладно. Да. От как? От чего? От катаны? От катаны. От какого кота? От катаны. Я и говорю, от катаны. От катаны, от катаны. Он мне говорит кота. Доминатор. Эх, порешим. Сорян, что-то подкашлялся. Надеюсь, ушки твои живы. Ёбана. Кому? Где он? Воу, вот еще. А как ему разорвать вообще? Прятался от робота. Разошлись. Мы тут идем бабу искать. Может, лучше на улицу выйти? Нет, я обратно не пойду, там хуёво говорит. Бля. Ой, я сидит, релаксит тут. Рафаэль предупреждал, что ты придешь. Вижу, сумка при тебе. Хорошо. А ты не задаешь лишних вопросов. Еще лучше. Прикинь, все это время с чемоданом таскать. Вот вообще оплата. Забегай, если будет нужна работа. У меня всегда найдется работа для тех, кто умеет держать язык за зубами. Да? Бой, а похуй. Катаем этот чемодан на колесиках, ага. Да, с ручкой. Че, берем еще у нее? Да. А, хочешь подзаработать немного у кредов, а? Да, отлично. Тебе повезло, потому что как раз нужен какой-нибудь кто-нибудь вроде тебя. Какой-нибудь кто-нибудь. Так уж вышло, что сумка, которая у тебя в руках, полна у кредов. Целое состояние, но они, так сказать, не совсем настоящие.
Ага, чтобы сделать их настоящими, мне нужно ввести эти чипы на проверенный счет. Но если банки засекут мои биометрические данные, у них все охранные системы с ума сойдут. Так что мне нужно чье-нибудь недавнее личико, твое, например. Невинные. Ага. Пойдешь в банк, пристрели лимфиенцева, и это между Лесмуле и Пюбереве. Там раньше работал наш человек, так что внутри есть подготовленный... Воспользуйся им. Ты желтый не умеешь, что ли? Зеленый вообще. Когда закончится, отнеси чеки. Ты слышал, как она вообще базарит? Угагмум тумутейку, бейку, бейку, буку, мэйку, воку, ваку, ваку, ваку. Давай я тоже так же буду читать. Смотри, вот ваку, маку, маку, ваку. Ну а нахрена мы это читаем? Ну я пытаюсь переводить. Когда закончилось, отнеси чеки моему товарищу Куда в Сатори. Он тебе заплатит, и мы с тобой больше не увидимся. Давай за дело. Ты сучка с ирокезом, мобильная прачечка. На, я. А, это типа отмывка денег. Угу. Кстати, ну тут ладно. Можно поиграть в автоматы? Пойдем. А, нет, тут только эти. Тут только эти, кредитки. Вон, сдать зато можно и этого. Пойдем сдадим. Ебать тут народу. Подожди, я сейчас музыку включу, послушаю, что вообще тут играет. Так, звук, музыка. Сейчас, подожди, надо обратно музыку выключить. Да, оставь ты ее, что там будет-то? Да нехай, прилетит авторские права, и что? И потом мне по башке будут нашлепывать. Ну а так ты вообще не слышишь, не можешь. Но музыки мне, кстати, и не надо. Мне самое главное, что... Что такое? Куда мой голос делся? Тысяча, тысяча, тысяча. Куда-то. Все по тысяче. Сеп. Пошли. Подожди, я тоже сейчас дам. Бля, а ты что да это все это время делал-то? Жду, пока ты сдаешь, чтоб меня не заглючило. У меня 100 тысяч, кстати, у кредитов. 100 тысяч? Да. Ты охренел, 6. У меня 85. А то у меня, знаешь, на что было похоже? На это, бесшумная вечеринка. Вечеринка в наушниках. Ну что, поговорить с Кирой идем? Да. Или будем выполнять то, что вот она дала на банк кредиты? Ну, а по отмывке денег, да, выполним сразу. А потом Кири. Так. Добраться до подвала мясной рожи? Мы, кстати, еще это, скачки не go, под... Go to the race track. Should да. we speed скачки. Crash race... А, да. Крематории, мобильные прачечные. Вот это, да, мобильные прачечные? Ну. Потому что там по-английски написано, я вот хуй понял. Пошли, 400 метров, полкилометра бежать. Прям так, пешкадрылом? Ну да. Зато покажем мир, полистаем по лифтам мы полетаем. Поубиваем всяких вот этих тварей красных 20-го левела. О, я думаю, что такое? Бежи ты перед меня. Нам вообще не сюда, так что мы можем это скипнуть. Как не сюда, сюда? Нет, вот, о, туда дальше бежать. Назад и туда, по прямой. Ха, нет, там, и там по мосту можно было пройти. Зато здесь, смотри, этот. О, точнее. Ебать.
О, нифига себе, нога у него отвалилась вот сюда прям. Да расстрел. Расстрел. Ну, это винтовка. Кстати, я думаю, можешь пострелять с ней. Да, ну она медленно стреляет. Ну и чё? Зато как дал, так дал. Дал-дал, ушел. Ты что делаешь? Воу. Так, а ну рассосались все, мы тут сейчас будем миссию выполнять. Так, почему я его поэтому не попадаю? Мы вообще могли в этот бар не заходить. Бэ, вот что значит, 18 левел разлетаются как эти. Как чушки. О, там еще один. Зачем ты к нему подбил? Это чё? Чё за хуета? Бляха, давай. Я думаю, чё там? Меня лишнёшь? Быстрей! Ништяк. Дай аптеку. Все, базовый. Я ничего не собирал. Слушай, а с него неплохо так дрянь насыпало. Неплохо. Пошли аптеки искать. О, классные ступеньки. Большие такие. Оп. О, вон, классные ступеньки. Ё-моё! Убегай, убегай. 24-й левел. Все, а ты выйдел, а ты выйдел, давай подбегай и рисай меня. А нам не через так или нам через так все-таки надо идти? Не, нам вот здесь можно. Да, вот здесь вот. Нахрен 24-й левел. Мы сегодня с 18-ми-то довольно-таки так это. Ну ладно, хотя бы так немножко здоровье подняли. О, вот они, аптеки с другой стороны, алло. Чего? Да ё-моё. Да. Хуй соберешь потом. Пизду. И туда, налево. А, это магазин животных. Виртуальных. Да, и куда? Вот сюда. На открытый поднимать. Я хотел ваши хпшки вкачать. А как? Ой, чувак, руки поднял и исчез. Как хотел хпшки вкачать? Ну, еще вкачать хпшки. Слушай, у меня и 20 максимум. А все, это максималка, что ли? Да, я не могу больше качать. Да ладно. Да. А чё так мало-то, 20? Вот так. А чё, тогда можно кап персонажа сделал? Ну, судя по всему, да. Ну, это ж не круто. Чему? Когда ты всё умеешь, всё могёшь, круто. Нет. Да. Мы же это, аугментированные, супер-пупер. О, прачечная. А тут лёд, бля. Второй.
Ну да, видишь, значит, все-таки нельзя выполнить их, пока не выполнишь это. Давай, портаемся в это. Давай, портай. А куда подожди, давай, давай, я миссию сейчас поставлю. Поставь. Карта заданий, основное, протокол. Давай. Поговорить с Кирой. Есть куда? Нет, а это куда? Ну, это в этот 13-й надо. Значит, тогда знаешь, куда портай нас? В археологию. Ты куда? В археологию. Бля, я карту не успел даже убрать, а ты уже портнул. Я шустрый. Я не успел. А вот я не успеваю, не успеваю. Издаю странные звуки. Зачем я так делаю? Так, нам теперь на лифт. Ага, вниз туда на лифт. Нам бы еще и эти прокачать. Кого? Ну, аугментацию поставить этого. А, лайфстила? Да. Ну, вот сейчас вот у нее там как раз в городе будем. Рядышком и поставим. И 11 этих скиллпоинтов раскидать. На такси полетим или пешком пойдем? Где? Да тут город маленький. Хуя маленький, это самый большой город. Да. Не, ну может еще больше есть. Things got unusually rowdy in Cork Zone tonight when a brawl at the Dream World Club turned intensely lethal. Nafid has learned that masses of murderous gangers. 27 этажей насчитал. Так, побежали. 500 метров, давай на такси. Да ладно, полкилометра-то. Не дал пострелять. Я богатый, я могу на такси нас возить. Я вот только стрельнуть хотел. У меня 100 тысяч у кредитов. Ё-моё, голос садится. Вот как раз теперь тут все рядышком. Так, стой, подожди, что в баре? Пойдем прокачаемся сначала. А, мы в баре бабе этот автомат давали. Пистолет. Да, пистолет, пистолет. И с ее именем. Че, идем качаться? Че, идем к бабе, зачем с Кирой? Бля. А, подожди, подожди, тут же, да, где-то покачаться по-быстрому, вот он. Пошли. Давай, качайся, иди. А потом я. Так, прошу на операционный стол. Так, а вот я думаю, заместо чего? Заместо чего аргументацию сунуть? Так, модуль цифровой шип. Определенная доля урона в ближнем бою отражается вот, на атакующего в цифровой времени. Вот, бот. Чё мы хотели, бота-пауки? Увеличит максимальное количество очков здоровья. Благодаря постановке. Так, ладно. А, вот, переливание жизни. Во, я поставил. На что ты поставил? Я за место робота поставлю. Нет, я за место Ешки поставил. Ты вот этим сяну скиллом не дерешься, это вплотную надо подходить. А где я не нахожу этих весы? Вот они. Да, видишь уровень, жизненные показатели, максимальный уровень. А как вынуть? Я просто взял и заменил его на другой. А, все, да, я тоже заменил. О, так, шанс крита за умения. И владение оружием. Навыки, шанс крита. Я стол. А ему рыди. Так, а что я еще хотел? А, вот еще хотел ячейка модулю. Только не сюда, а вот быстрое лечение поставить цифровой модуль. Смотри, потому что определенная доля урона в ближнем бою. А, в ближнем бою, нахуй. Все, пушка качается? Нет. Оружие. Что, не находили, что ли? А-а. Нолик, нолик. 4. Вот уже смогу покачать. А ужасом я не стрелял практически. Пошли. Пошли, пошли, я бегу.
Бежишь за мной? Да. Вот сюда. Так, она уже знает? Я не знаю то, что она там знает, не знает. Так, и где она? Вот она. Вот и ты. Добрая тобой голова, добытая тобой голова, помимо огромного количества бреда, на удивление агрессивного льда, содержала кое-какую важную информацию. Ascent Group связалась с Sonic Void, чтобы контрабандой вывозить на Велос выдающихся ученых различные редкие материалы со всего сектора. Все это связано с неким секретным проектом. Тебе предстоит найти этих ученых. Мы вытянули из головы возможную зацепку. Это молодая человеческая самка по имени Лора Ланье. А в списках персонала Ascent Group она числится как руководитель по кадрам третьего класса, но ее контактная информация была удалена и, возможно, без возможности восстановления. Она принимала этих ученых у ОВ. Согласно данным наших наблюдательных зондов, Ланья часто посещает определенные заведения в Стимтауне. О, в Стимтаун! О, в Стимтаун! Нас сейчас пустят в Стимтаун! Поговорили с барменами. С барменями, Правильно, я прочитал с барменами, а чё я потом еще одну ем пытался туда засунуть. И завсегдатаями. Может, кто-нибудь знает о текущем местонахождении? Найди Ланья, и ты найдешь ученых. Ланьер. Есть вопросы? Есть Ланьер? Давай, что? Вот, Стимтаун. Это то место, куда вы, контрактники, отправляетесь, чтобы расслабиться. Так? Уверена, ты знаешь о нем больше, чем я. Я там нихуя не знаю, я там не был. Так, а ученые? Зачем они ученых-то? Нас больше интересуют не пропавшие ученые, а проекты, над которыми они работали. А Ascent Group пришлось преодолеть серьезные трудности, чтобы заполучить и спрятать этих ученых от конкурентов. Ай ты, сучка, готова. Всё, погнали. Держи нас в курсе. Протокол трассировки. Пошли. Портай нас. А стой, куда? подожди. Старик, ты не поставил. Подожди. Эй, мясо, у нас тут небольшая проблема. Доступ в Симтаун перекрыт. Можно было бы, конечно, предложить себе свою охрану, но это оказалось коррупционным для выполнения требований. Это пункт! Так уж вышло, что я в курсе твоей маленькой беседы с Афаранкой. Нет, я не скажу так, как вышло, но я могу тебе помочь попасть в Стимтаун. Приходи ко мне, поболтаем. К Пуну, да? Да. А это Пун? Бак. Ну, он в ресторане тут где-то сидит. А у тебя блёк. Чим блёк, 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 блёк. Зиба, зиба, зиба. Пи-пи-па-па. Блин, не туда побежал-то. Аллах, лаза. Подожди, стой, я хочу посмотреть. Этот на месте, чувак? Да, смотри, он там на месте сидит. А зачем он тебе? А ну, он же там нам деньги обещал. Он нам дал деньги. А, так. Ну, мой бывший работник превратился в сраную суперзвезду. Summon Stan Success? Это он так ржет, не я. О, кто бы мог подумать, вот ты пашешь за двоих в качестве чертова оперативника ККЗ. Нахрен пойми, какую коррупцию, которая представляет эта Афаранка? И даже пойти прибухнуть в Стимтауне не можешь? Так много добиться и все еще зависеть от меня, а? Оно тебе повезло, мне как раз нужно сгонять какое-нибудь за поручением. Кого-нибудь за поручением, так и есть, там бармен по имени Спайс работает в баре
загрузка, а он ждет от меня пакет. Они не захотят этого признавать, но почти все тамошние собственники зависят от меня. А к содержащему этой посылки могут, скажем так, отнестись с осуждением, но она поможет тебе пройти через кордон. У меня есть договоренность с охранниками по имени Уортон. Скажи ему, что от меня он тебя пропустит. Доставь посылку Спайсу, и получишь свой доступ. И запомни, ты у меня в долгу. Привыкни к этой мысли, сука. А теперь выметайся, пока у меня совсем аппетит не пропал, сволочь ты велоромная. Найти Ланье и покинуть и проникнуть в Стимтаун. Стимтаун? Пошли в Стимтаун. Чё ты стал? Чё ты стал? Чё ты стоишь-то не туда идёшь? Нам же какого-то Лерона. Лорона. Как его? Да, там бармен. Нам как раз нужно подойти к той стойке, там будет бармен. Он нам какую-то там дырку откроет. Ну, вам поехали на такси. Фирштейн. А чё она такси не везет? Пошли пешком. 300 метров. Пошли. Ебический случай. Мы как раз тут сейчас ящик пробегать будем, не туда побежал. Я хотел вот здесь по прямой, чтобы тут ящик найти. Тут ящик, это лед 2. А, да. А мы же не можем лед 2 открывать, мы же столкнулись уже с дверью лед 2. Ну ты где? А где? А, ты уже внизу? Да. А я тебя тут жду, чтоб лифт вызвать. Эти рекламные щиты, блин, пипец. Кстати, мы еще VR-камеры не все развесили. Нас просто не пустили эту, помнишь, ту зону? Где надо еще VR-камеру развесить. О, уже смотри, вовсю там ремонтируют дом-то. Да ладно. Да. Да, смотри, ремонтируют. Что-то там жужукают. Роботы-пылесосы. Пяу. Вы что, дураки? Зачем вы на меня нападаете? Вы совсем жить не хотите? Вот сюда, пойдем, вот так быстрее пройдем. А зачем так-то? Да потому что вот он бар. Ой, дурно, блядь, ну. А, нет, нам на выход, говорят, пойти. Идите вы. Не узели? Узели, а нет. Посиня выход тягнет, чё. Лучше делать на веха. На веху делать. Ну-ка, пускай. Ой, здорово. Прохода нет. Меня прислал Пун. Насчет стека Пуна. Опять твою мать. Я же ему отдал все долги с лихвой. Знал же, что не стоит оставаться должником у Яхалана. Ладно, проходи, передай этому ублюдку, что это моя последняя услуга. Отныне мы в расчете. Я выдам тебе постоянный пропуск, чтобы больше не пришлось видеть твою физиономию. Open the door. Стимтаун. Доступ в Стимтаун был ограничен, чтобы избежать проникновения членов банд. Доступ открыт только для избранных клиентов. Каково тебе знать, что ты избранный, а? Хуя себе избранный, там мусор один. Стимтаун? Да, в Стимтауне все бабки водятся. Бабки водятся в казино рядом там с Будой. Так, и куда нам теперь? Мы в Стимтауне. Идем, кстати, наркотики заберем. Мы, кстати, тут можем два этих. Пойдем, я вообще хочу сходить вон к торговцу с... Пя-ля-ля-ля. Вот с этим. Понял меня? О, грязная дива, давай зайдем сюда в бар. Нет, пошли в это, вот я хочу задание взять. Глянем одним глазком. Да ты там, ты ко всему грязному одним глазком глянешь. На. Тут вот Пушкин на входе. О, квест. Ох уж эти киберпсихи, вечно на взводе. В любой момент может крышу сорвать. Но, честно говоря, мне не нравится смотреть, как это происходит. Кровищу просю, разрушение. Главное не оказаться на линии огня.
Так, а где оружие? Кто продает? Вот лежит, смотри. Кулак. Ни хрена себе. Ну-ка, стой, подожди, кулак. Это что вообще было за... Пулемет какой-то. Снаряжение основное. Защитник, защитник, УЗИ, установка. Дробовик. Кулак, да, дробовик. Слушай, а что еще тут нового? А, я тактическое снаряжение новое нашел. Сверхосколочная граната. Граната с высокой поражающей способностью, урон взрывом в области. Граната ГР-8. Это усиленная и во многих отношениях избыточно мощная осколочная граната. Используйте согласно инструкции и не жонглируйте ей с выдернутой чекой. Чё? Чё ты там мой? Я вышел случайно. Куда ты вышел? Вот где-то оружие тут продают. Вот Weapon Trader, смотри. Магазин. Нихуя! У него есть пистолеты. У него есть автоматические оружия. А да. Чё такое точность сверху? Точность. Хромакол. Снайперская винтовка. Энергетическая высокоточная винтовка. Хромакол. Это модифицированная бронебойная высокоточная винтовка U-Plus, выпущенная для соревнований по стрельбе. Благодаря усовершенствованиям от Joyrunner способна пробить насквозь любого аугментированного ублюдка, не желающего утихомириться по-хорошему. Отойдите подальше, не спешите и наслаждайтесь убийственным результатом. Да ну, она 305 мочит. Не, ну вот если ее скачать, вот, сверхмощный. О-о-о! Штрейхбергер МГ-1000. Это миниган прям. Ну ты смотри, как он мочит мощно. Осадная установка. 200 патрон. Вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Несколько вращающих стволов обеспечивают эффективное охлаждение, а компактный двигатель добавит агрессивный и высокоточный визг к низкому ласкающему ухо рокоту ударного механизма. Взрывмастер. Модифицированная ракетная установка. А у нас есть, по-моему, взрывмастер, нет? Осадная установка. Это модифицированная ракетная установка. Неизвестный мастер взял установку R-23 и увеличил размер обоймы, не обращая внимания на... Кстати, не такие уж и дорогие. И на вес и мобильность. Впрочем, это не должно вас смутить, так как она способна засыпать ракетами все, что движется в вашу сторону. Ну да, у нас... Стробос. Это энергетический миниган. Кстати, сколько патрон? Кстати, мощь 343. И патрон тоже 200. Это оружие производства Joyrunner. Является чудом высокоточных инженерных конструкторских работ. Вращающиеся лучевые проекторы формируют энергетические потоки так быстро, что превращают оружие в смертоносный стробоскоп, распыляющий цель на атомы. Ну чё, чё возьмём? Ну, я хромакол купил. Хромакол? Да. Ну, вот это снайперскую винтовку. Блин, а я тогда сверхмощную куплю вот этот Шрехербенвер. Я потому что сейчас хочу его поставить как раз вместо... Купил. Доминатор, это что? А я доминатор, за место. Пулемет, да? Да, доминатор, так. Это пулемет. Вместо превосходства. За место превосходства ставлю мы... Вот он. Штрехенбер... Ебать твою налево. Тут, кстати, квест дают. Блин, жаль, не могу это. Ха. Поставить. Берем? Конечно, да. Берем. А тебя Фрэнк прислал, да? Хотя неважно, в любом случае нам нужен кто-нибудь как раз ради тебя. А, ну это мы вот эти, из казино деньги таскаем. Видишь ли, в чем дело? Тут один нашифрованный железятками ублюдками из Молторхерсгельб. Молхорстгельб, который разносит все вокруг, каждый раз так тут бывает. Можешь мне поверить, этот парень не просто обычный хулиган, он реальная угроза. Можешь крушить несколько ночей подряд.
Поэтому о нем надо позаботиться, если ты понимаешь, о чем я. Главная проблема в том, что фактически закон он не нарушает, и это сильно усложняет ситуацию. Ты же понимаешь, что с ребятами из корпорации лучше не шутить. Награды за его голову тоже нет, так что мы ничего не можем сделать. Но вот ты... Если ты совершенно случайно с ним где-нибудь толкнешься, может, даже нарвешься на драку. Кто знает, чем это может закончиться, верно? Возьмешься за это дело? Конечно, слава богу, я и надеялся, что ты это скажешь. У этого парня есть что-то типа базы на острие. Отправляйся туда и оторви ему голову. Но будь осторожнее, он любит хром. Обвешан целой кучей мощных аргументаций и улучшений. Тебе придется поднапрячься, чтобы завалить его. Если кто знает, если у тебя получится разобраться с этой проблемой, может тебе и перепадет что-нибудь в знак благодарности. Да, ну то есть он вообще даже и не сказал даже, что он нам даст. Тот чувак. Главное задание — тот чувак. Так, теперь нам надо... еще вот здесь квест. К черту этого повара, его поганое заведение. Я сюда постоянно хожу, я хороший клиент, даже лучших из тех, что у него есть. Слушай, это однозначно был самый вкусный суп, но я его что я ел в своей жизни. Он, оказывается, дать мне рецепт. У нас не должно быть друг от друга секретов. Я уверен, что этот жилоб по воровской колпаке где-то прячет рецепт. Знаю, где он живет, но ограбление не мой конек. Ты выглядишь как человек, который особо смущается закрытые двери. Особо не смущается. Смущают закрытые двери. Может, поможешь гурману в беде? Хорошо, у меня совершенно случайно завалил динамический ключ карта. С небольшой помощью от брокера данных она поможет тебе попасть внутрь. У моего приятеля Фламинго есть брокерская контора в кластере 13. Он поможет тебе с картой, а ты достанешь мне рецепт. Вот так мы и качаемся потихоньку, потому что мы ключ карты тут собираем. Да, смотри, вроде хату ограбить. А получили ключ карту, да? Так, дальше. Карта заданий. Где мы вообще? Нам надо здесь этого жмыха найти маленького. Сейчас, погоди, где ты есть-то? Вот они мы. А, вот он, Steam Town. А что мы в него пробраться не могли? Так, значит, надо туда и надо потом еще туда. А туда, значит, нам не надо, потому что это там, это где-то... Троиды, Троиды нам надо тут найти. В ебеня какие-то. Пошли, это вниз надо, вон на ту. Ой, в дверь уперся. И я тут нету прохода. Кто там валяется? Скиллпоинт валялся. Лед 3, вы что, одурели что ли? Так, ладно. Ой, а тут нельзя. Это окно. Слушай, а как нам тогда туда пробраться? Вот лифты вниз. Не-не-не-не, погоди, это наверх. Это не вниз. Вот что задание, иди заберем. Какой-то таксист хочет тут. Ну вот и какое счастье. Чего? Прошлая партия оказалась слишком мощной. Черт, ну я тебя предупреждал. Говори, не перебирать. А с дозировкой я. А, вот, нашли этого чувака. Вот он, да. Никогда меня не слушает. Никогда. Ладно, вот, попробуй этот состав. Даже близко не стоял рядом с тем, что был в прошлой партии. Но задачу свою выполняет. Вообще, наверное, даже лучше подойдет для ребят вроде тебя. Чего? Для карланов? Да, да, конечно, успокаивай себя этим перед сном. И вообще, забирай это дерьмо и проваливай. Только помни, ты меня не знаешь, я тебя не знаю, и вообще ничего не было. И тут вообще-то стараюсь не светиться, ясно тебе? Все, мы выполнили это задание. И надо вот сюда вот зайти, слышишь? Ну это, наверное, по сюжетке. Ты где там шаришься-то? Да вот тут в баре что-то валяется. Хочу как пройти туда. Бар, говоришь? А вот да не пух, а бар. Опять там хуёк на этом сидит. Базовый компонент. И еще большую булочку. Не вопрос. Смотри, вон он сидит. Тайкмли. Тайкмли.
Теп-тереп-переп-переп-переп-переп-переп. Пошли, давай, вот сюда надо. Надо вот в эту зеленую хрень. Оп-оп, и мы в каком-то крутом баре. Бармен. Name your poison, friend. Что будешь? Чем будешь травиться? Отдать пакет. Смотри-ка, Пуны, правда, смог побриться. Пробиться, побриться. Передай ему мою благодарность. Чем могу помочь? Прибухнуть? Конечно, уже иду. Это должно поджарить твою проводку, дружище. Звучит знакомо. Была такая начальница со среднего уровня, периодически шаталась по трущобам. А ей тут больше не рады. Как не рады? Не умела держать руки при себе. Ну, пару раз закрыли на это глаза, но после третьего выкинули ее. Подумаю, что ты найдешь ее в прыжке в грязи. А они менее избирательны в выборе клиентов. Прыжок? Да, ну знаешь, когда жители верхних секторов спускаются сюда, чтобы вкусить запретный плод простой жизни. Блин, и вот этот чувак с противогазом мне мешает. Сраные тури... Спасибо. Сраные туристы, чтобы, хотя я, конечно, никогда не откажусь от их укредитов. Говорящее название, да? А, ну тут неподалеку. Лан, спасибо. Конечно, не вопрос, зовите и будет. Вы чё, блядь, тут вас намазано, что ли, чем-то? Чё они все тут прутся, блядь? Прям вот прикинь, у меня там, я смотрю на чувака, да, пытаюсь в роль войти, а там вот этот хуй. Такой. Трется там. Ну все, на выход надо. Это Пун. Я слышал, посылка нашего дошла своего адресата. Приятно знать, что тебе можно хоть немножко доверять после твоих дел с Акулар Хумалуей. Это он в чем? В чем? Это он голый в одном фартуке, что ли? А, не, у него штаны еще. Мне казалось, что голый в фартуке. Ладно, пошли. Пошли на выход. А вон там что внизу? Ой, ты что, там ничего там внизу. Ты что меня пугаешь-то? Ой, а действительно, можно вниз. И что тут, тюряга? Да, тут сундуки. Ой, слышно, выход. А, вот, вот здесь можно выйти еще. Нет, это просто нижний этот. А они тут бои насмерть устраивают. Смотри, вон там все кровью залито. О, автоматы казиношные. А, нельзя их трогать. Сука. Пойдем тут выйдем. Да где же эти ссаные скины вообще ставить? Не ставить у меня нигде скины. Ни на майки, ни на пушки. Ну-ну-ну. Может, мы не туда куда-то давим? А куда там давить? Не там знаю. Кины. Ладно, так, давай, где мотор? Давай, прочишь, давай, ты? Давай, мы сейчас дадим, мы сейчас вот только остановим. Попрощаемся со всеми, да. Всем спасибо, ребят, кто посмотрел эту серийку. Спасибо, что были с нами, да, смотрели, да, получали удовольствие, надеюсь, так же, как я. Всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, подписываемся на паблик, ставим пальчики вверх, комментируем, рассказываем друзьям, делимся ссылочками и до новых встреч. Пока-пока.